Это не музей, это готовые детали самолетов, потому можно и смотреть, и трогать руками. Чешские авиастроители проходят один цех за другим. Экскурсия по производственному объединению «Стрела» продолжалась несколько часов. Еще бы, крупнейшее предприятие с богатейшей историей, в том числе историей строительства именно самолетов. Наша работа, она всегда была связана с авиацией. Мы делали самые различные наименования самолетов. Мы были первым серийным заводом по изготовлению вертолетов в Советском Союзе. И сегодня сотрудничаем практически со всеми ведущими авиационными предприятиями страны. Технологические возможности Оренбургского завода позволяют многое, потому вопрос об обслуживании и ремонте чешских Л-410, скорее всего, будет решен. По словам оренбуржцев, с гостями из Чехии они находят взаимопонимание практически по всем моментам. Но нужно смотреть в будущее. А это не только ремонт крылатых машин, а их полная сборка здесь, на заводе в Оренбурге. То, что такое возможно, руководство «Стрелы» нисколько не сомневается. Думаю, что мы уже в очень близкой перспективе приступим к работе по вот этой очень важной, очень перспективной и, будем говорить, нужной теме как для нашего предприятия, так и для страны в целом. Юрий Мишенин, Виктор Горшенев. Наши.